Пожалуйста, 100 штук только подряд. О! Кто возьмет билетов в пачку, тот получит... водокачку. Счастливый лотерейный билет. О нем мечтал каждый житель страны Советов. Их продавали, вручали на сдачу и нередко выдавали с зарплатой. Это был такой очень умный и эффективный план властей – вытянуть из населения как можно больше денег. А ведь цели провозглашали благородные. Помогаем беспризорным детям, собираем деньги на молодежный фестиваль. Только вот покупая билет, советские граждане о благотворительности не думали. Их душили мечты о богатстве. Платишь 30 копеек, максимум 3 рубля. И, возможно, совсем скоро ты выиграешь новую жизнь. Ида Яковлева в советские годы лишь однажды решила попытать счастье. Не получилось. Поэтому в очередной раз решила купить на почте лотерейные билеты лишь спустя не один десяток лет. И то не себе, а своим родным. 50 рублей стоила штучка. Красивые такие. Там что только не написано. И миллионы можно выиграть. И квартиры можно выиграть. Много всего. Думаю, ну-ка куплю, может повезет. Практически никто не выиграл из 19. Одна выиграла невестка моя, Люба. 60 рублей всего. Лотерейные билеты, говорят в Центральном главпочтамте, действительно пользуются большой популярностью. А бум продаж приходится на то время, когда в СМИ сообщают об очередном крупном выигрыше. В последний раз в области это случилось в сентябре 2015-го. Тогда амурчанин, потратив на билет 300 рублей, стал обладателем фантастической суммы в 95 миллионов. Налог, кстати, так и не заплатил. В Амурской области продается около 6500 моментальных лотерейных билетов в месяц. По ним только на почте можно получить выигрыши около 100 тысяч рублей. Наибольшей популярностью пользуются тиражные лотерейные билеты, так как по ним выше размер возможного выигрыша. Последних ежемесячно продают по 45 тысяч штук. Но и это не предел. Объемы купленных беспроигрышных лотерей вообще никто не контролирует. Столько на них желающих. Эти билеты продают не только на почте, но и в киосках, а летом во многих местах отдыха. Беспроигрышные лотереи были и в СССР. Например, общество борьбы с алкоголизмом предлагало обменять бутылку водки на книгу. Впрочем, основной упор власти делали все-таки на продажу лотерейных билетов, потому что без денег построить светлое будущее страна не могла. Ведь именно на выручку от продажи лотерей «Спортлото» провели Олимпиаду 80, построили Республиканский стадион в Киеве и несколько спортивных объектов в Москве.